Доброе утро, друзья! Сегодня у нас очередной день недели учебной. Эта неделя была короткая из-за Thanksgiving, потому что в понедельник был выходной, а во вторник мы немного все себя плохо чувствовали, поэтому мы были дома. Поэтому, в общем-то, рабочая неделя для нас сократилась на 2 дня. Аж целых 2 дня. Сегодня по дороге на учебу, как вы видите, я еду сегодня на машине. Это тот один из дней, когда я на машине, я могу что-то поотвечать, что-то рассказать, что-то вспомнить. Я хочу ответить на такой вопрос. Меня спрашивали о постельному белью, о постельном белье. Вести с собой, не вести, какие размеры здесь приняты, где можно приобрести постельное белье. В общем, вопрос о постельном белье. Что могу сказать? Как и в любом цивилизованном мире, сегодняшнем, Канада не является исключением. Здесь есть разные абсолютно наборы, виды постельного белья. Конечно же, безусловно, самое распространенное – это королевский размер, то, что называется king size. Размеры на экране. Но не менее популярным, особенно среди молодежи, молодых пар, молодых семейных пар, является стандартный размер, то есть королевский, от слова королева queen size. То есть это king король, а это queen королева. Женщина у нас поменьше, поэтому и кровать для женщины поменьше, называется queen. А это для нас более обывательский стандартный размер. Пожалуйста, размеры на экране. Да, когда вы приезжаете, конечно, в Канаду, вам нужно научиться считать по новым стандартам в инчах все. Но, как сказать, тут в основном сантиметры всегда тоже в сантиметрах прилагаются, измерительные, да, потому что, ну, все-таки сегодня сантиметр это тоже как бы достаточно международный стандарт, но часто бывает такое, что в инчах только написано, поэтому вы желательно для себя сразу уясните, какие у вас размеры в инчах. И тогда, когда вы уже даже по приезду сюда будете приезжать, смотреть как на каких-то распродажах и скидках постельное белье, вы будете знать, какие инчи вам подходят больше. Вот. Я вам расскажу, что было, как у нас было с постельным бельем и какая у меня рекомендация. Когда мы ехали сюда, нам сказали, ой, в принципе, вы можете купить, но по большому счету, конечно, постельное здесь дорогое. И поэтому лучше купить на родине. Что я вам хочу сказать из своего личного опыта? Мы люди, мы живем, мы копим какие-то определенные накопления, короче, да, у нас есть там тоже постельное белье и много чего другого, хлама. Бывает хлам захламленный, то есть там чуть ли не в дырку, в пятна, да, ну, я не говорю сейчас конкретно про себя, но, знаете, разные ситуации есть. А есть, когда вот вы купили, скажем, ну, год назад постельное, 2 года назад, там, я не знаю, у вас большой выбор постельного белья дома, оно у вас не застиранное, вы им пользуетесь, как бы, каждым набором, скажем, там, раз, там, три раза в год, вот, и, как бы, у вас оно просто в таком состоянии, как новое. Ну, скажите мне, зачем его оставлять? Или зачем покупать другое, если у вас это хорошее? Везите, везите. Конечно, убедитесь, что у вас, ну, не совсем какой-то там минимальный размер. То есть, если у вас queen size, а это обычный, стандартный в Израиле, я знаю, размер. И вообще по всем, да, не будем говорить про Израиль, вообще в любом месте. В европейском, там, где европейский стандарт. То, разумеется, как бы везите. Я вспоминаю себя, когда я слышала эти разговоры. Я, естественно, побежала, купила, как сейчас помню, 2 набора вардиноновских. Тогда еще был вардинон магазин, сейчас уже, по-моему, его нету. Где-то там тоже на скидках распродажах купила 2 шикарных постельных белья. Одно постельное белье мне флизовое, кстати, подарила подруга. Вот.
И вы знаете, я прекрасно ими пользуюсь по сегодняшний день. Вот я уже шестой год в Канаде, вот весной будет 6 лет. Вот, то есть это постельное белье абсолютно меня отлично выручает. Ну что сегодня такое, пробило их там. Вот, абсолютно великолепно я им пользуюсь и еще, наверное, столько же буду пользоваться. Почему? Я когда начала складываться посылки, мы же отправляли посылки, ну, кто там видел мои видео ранее, мы отправляли сюда несколько коробок, ну, 14 штук, это не несколько, но 14 коробок – это та жизнь, которую мы привезли с собой в Канаду, прислали. И мы собирали коробки. Естественно, мы собирали постельное белье. И я сказала, окей, вот у меня есть уже 3 набора. То есть 2 купила, 1 подарили. И я их отправила. Но когда мы уже собирались, вот буквально последние дни, когда нужно было выпотрошить все шкафы, что-то отдать, что-то выбросить, что-то взять с собой в чемоданы, то ситуация была такова, что я начала смотреть, что, ну, как бы, я только про новое постельное белье думала. А тут оказывается, когда я начала разбирать, у меня же есть еще моих там, ну, постельного белья, скажем, у меня было где-то 3-4 набора, которыми я пользовалась, которые у меня были в шкафу. И я посмотрела на это постельное белье. И я сказала себе, Инна, а почему ты не можешь взять это белье постельное? То есть у меня было белье в прекрасном состоянии, что-то купленное год назад, что-то 2, что-то 3, но оно все в нормальном состоянии. Не, знаете, такое, не выленившее, то есть цвет не сошел, дырок никаких нету, ничего нету. В прекрасном состоянии, просто в идеальном, можно сказать, постельное белье. И я из этих наборов, ну, один я помню оставила, а 3 набора я взяла. Я еще взяла 3 набора. Таким образом, у меня, в общем-то, ну, грубо говоря, 6 наборов было, да, когда я уже приехала сюда. То есть 3 я прислала и 3 я привезла. Пусть не новые, но они хорошие были. Они все были по стандарту Queen Size. Поэтому и у нас была кровать Queen Size. Мы даже King не планировали. Вот сколько лет мы живем, мы спим на этой нашей кровати за $150 из Икеи квиновской и прекрасно себя чувствуем. Матрас, кстати, тоже из Икеи у нас был. Тут важно еще смотреть на толщину, на высоту матраса, потому что она вроде как бы стандартная, но тоже не всегда стандартная. То есть есть матрасы потоньше, есть потолще, и от этого тоже будет зависеть, как ваша простынь будет ложиться на матрас. Потому что если он очень толстый, и вроде даже у вас queen размер, то оно может просто с таким трудом туда, знаете, зубами натягивать будете. И в конце концов, когда вы ляжете и пару раз перевернетесь, то у вас простынь будет сползать просто постоянно. Поэтому очень внимательно смотрите также размеры матраса, чтобы, ну, не были какие-то преувеличены. Ну а если большие, то там придется как-то подшивать или одевать вот эти резиночки такие, знаете, подтяжки, резиночки, которые соединяют уголки простыни, чтобы она не слазила. А потом уже, когда мы уже здесь жили, вот я помню, Таргет закрывался как-то, так там было хорошее постельное белье по очень большим скидкам. Я купила одно постельное белье. Потом, конечно же, нужно было и детские покупать постельное. Ну, я кое-что, конечно, с собой везла. Не кое-что, а 2 постельных набора я везла. Здесь называется Twin Size, Twin. Это такая кровать, которая полуторка, да, или как это правильно сказать. То есть она типа как односпальная для ребенка, но она шире, чем односпальная. Вот. И вот я везла, я до сих пор пользуюсь. Вот. Ну, в общем, одним словом, что могу вам сказать, ребята, вот как бы это то, что касается по постельному белью. Не бойтесь брать с собой то, что у вас есть, выбросить вы сможете всегда. То есть, как бы, а здесь оно у вас будет в пользовании. Мало ли где-то что-то подстелить, там гости какие-то первое время туда-сюда, у вас будут запасные варианты уже, которые из дома. Вот, поэтому везите с собой белье. Единственное, что перепроверьте все с размерами, которыми я вам укажу здесь и в описании к этому видео. И в самом видео.
Ребята, призываю вас дальше лайкать мою страницу в Фейсбуке, подписывайтесь на канал, спрашивайте ваши вопросы. Также, пожалуйста, жду более активного участия в опросе по месту встречи в Израиле. Как видно из последних опросов, что лидирует Ришон ЛеЦион в четверг вечером 9 ноября. Пожалуйста, все, кто может прийти, подтвердите. Кто может в другом месте, тоже напишите, ответьте на вопросы, которые в Фейсбуке, в группе, или будут также представлены вопросник к этому видео. Если вы посмотрите на ваш экран на YouTube, и вы сейчас смотрите меня за компьютером, то в верхнем левом углу, то есть, извините, в верхнем правом углу, у вас будет буква I, нажав на которую, вы сможете увидеть варианты ответов. Пожалуйста, участвуйте в опросе, потому что времени уже становится совсем мало, и нам нужно как-то это все уже начать организовывать более-менее. Все, ребята, спасибо за просмотр, удачи вам и до следующих видео. Пока-пока.